Всем привет, друзья, с вами Антон, и сегодня у нас будет весьма необычный выпуск, потому что сегодня мы будем распаковывать наушники, которые я заказал с Алиэкспресса. Да, именно с Алиэкспресса, сейчас я прикреплю скрин, собственно, вот он. И как вы видите, данная гарнитура стоит дешево, очень дешево. И поэтому мне захотелось их заказать. А перед началом данного видеоролика хочу вам посоветовать мой инстаграм. Подписывайтесь туда, там очень много интересного, там выходят периодически посты различные или просто фоточки. И вообще, одним словом, просто подпишитесь, ссылочка будет в описании. А теперь думаю, что можно уже приступать непосредственно к самому анбоксингу данных наушников. Погнали. В общем, вот, собственно, наш непосредственно товар. А я, знаете, я что-то не подготовился, что будем руками рвать, да? Давайте руками рвать будем. Боже мой, что может прийти за 300 рублей? Я вообще не... Я не представляю. Но пока упаковочка режется, знаете, достаточно плохо. Точнее, рвется. Ой, по-моему, я коробку, ну, в данный момент... Так, ну что ж, ладно, дальше уже, думаю, можно... Нет, вы просто посмотрите на это, какая коробочка, а? Помятая? А что будет дальше? Давайте коробочку посмотрим. Bluetooth версия 5.0. Ой. Зарядка на 1 ватт. 17 грамм, это понятно. Ну и год выпуска, 19 год. Комплектация, друзья, комплектация. В общем, провод для зарядки китайский, который, чувствую, у вас просто сломается. Ой, воняет так, трэш просто, вообще это надо откинуть. Можно токсикоманом еще стать. Кстати, модные амбушюрки. И прикол в том, что я заказывал именно оранжевый цвет, и мне пришли оранжевые амбушюрки и оранжевые наушники. Что у меня с балансом белым, друзья? Что такое? Почему это из-за коробки? Почему у меня синит камера? В общем, наклоню пониже камеру, что-то она синит. Ой, да она синит вообще в любом положении. Ну ладно, будем продолжать. И так сойдет. В общем, смотрите, синенькие амбушюрки есть самые большие, чувствую, у меня они только они и подойдут. В общем, следующее. Какая-то документация на... китайском языке. Я думаю, реально думаю, что наушники пришли разряжены. И... О май гарбл. Вы посмотрите на эту упаковочку. Ну это просто шедеврально. Нормально. Давайте дальше. Вау! Смотрите. Проводок. Проводок, знаете, достаточно неплохой. Эти штуки на магниты. Магниты? Ё-моё, вот это круто. Здесь у нас присутствует качелька регулировки громкости. Вот. Кнопка включения, выключения. Кстати, давайте их включим. Они заряжены. По крайней мере, они пришли, они целые. То есть они закрепляются и они не отделяются. Ну, только вот если сильно трясти ими. Так, теперь давайте мы просто их возьмем, оденем. Оба! Я неправильно сделал. Так. Не, ну, стандартом мне никогда не подходят амбушюры, поэтому я их сейчас поменяю. В общем, вот такой вот наушники, ничего сверхъестественного. Амбушюра одевается, снимается. О, теперь классно, теперь хорошо сидят. Но как это выглядит, это уже другая, естественно, история. Теперь давайте их подключим. Подключать я буду к iPad'у, потому что я хочу погрузиться полностью в этот HD-звук. Техника Apple играет все по-другому. А теперь включим какой-нибудь трек. Качает, да? Только это звук с айпада, почему-то они не подключились. Они пишут, что они подключены. Пожалуйста, либо я сейчас охренею звук, либо я сейчас... Как сделать погромче? Я еще, конечно, наушники за 300 рублей не заказывал. Могу сказать пока одно. Одно могу сказать, что звук... плоский. Немного плоский. По большей степени у него присутствуют басы. И давайте сейчас включим что-нибудь другое и покачеве, так сказать. Вы знаете, такое ощущение, что... Такое ощущение, знаете, вот будто бы 2000 какой-нибудь 10-й год идешь в библиотеку для того, чтобы поиграть в какую-нибудь игру, CS-очку какую-нибудь, Counter-Strike, вот, и ты подключаешь какие-то наушники, которые там находятся в библиотеке или в игровом комплексе, вот, и там звук точно такой же, вот, вообще, вот такой вот, никакой, так сказать. А теперь давайте что-нибудь другое включим, помелодичнее, вот, и я даже смогу сделать вердикт, и если... Ладно. Подождите. Оригинальные AirPods. Первое поколение.
не копия. Ну, в том плане, что хочу сравнить с оригиналами AirPods'ами. На 8-ю секунду. Ну, да, тут, конечно, естественно, лучше гораздо. Короче, что я хотел сказать? После прослушивания именно вот этих вот наушников до взятия AirPods, хотел сказать, что бас какой-то звонкий, такой вот такой пердящий. Но я сейчас, я понял, что это трек такой, потому что AirPods одел, все то же самое. Сейчас хочу послушать последнюю композицию. Там, где басы точно знают, что как бы чистые. Вот. И уже посмотрим. И на этом можно было закончить уже выпуск, потому что я много уже говорю, в принципе, но могу сказать одно, что это охрененные наушники, которые мне очень сильно понравились. Почему? Потому что слушать, знаете, аудиокниги, либо те же самые фильмы смотреть, не советую, но аудиокниги слушать, либо неискушенным, так сказать, меломаном вообще подойдет. Короче, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Антон. Всем удачи и всем покедово. А я пошел дальше. Пилить лёс, видосики.